Здравствуйте, Штольц. С вами Anybody Play и Железное Сердце. Всем привет. Мы продолжаем играть Dying Light. Мы спустились в этот богом забытый колодец в каком-то богом забытом парке. Убивать детей — наша цель. Андрюха уже одного замочил в конце прошлой серии. Теперь испытывает сложные, так сказать, моральные чувства у него. Да, я теперь готов умереть. Так что детей буду убивать я, потому что я без принципов. Судя по всему, нам вниз туда, да? Да, походу, да. Походу, тут нырять даже надо. Ну, давай, я за тобой. Давай. Если ты через 5 не вернешься, я пойду за тобой. Тут рыба. Ну, она не кусается вроде. Язь. Что, нам воздуха-то хватит? Вот теперь наверх надо всплывать. Какой-то мешок или камни какие-то такие. Всплывать наверх как говно? Что-то я не могу, я застрял. Я тоже застрял. А воздуха-то не хватает уже? А где ты видишь воздух вообще? А оно посередине появилось. Пойдем тогда подышим. Так, надо. Значит, нам нужно что-то сделать. Так, видимо, надо чуть побыстрее как-то плавать. Не, ну, мы там не проходим же, ты же видел. Ну там может что-то надо подвинуть. Не, ну как тут же надо пройти туда. Так, все, я подышал. Пойдем. Пойдем. Узнайте, кто запас еду в пещере. Может, кстати, да, вариант тоже под бочками. Можем их толкнуть, можем? Да, под бочками. Точно. Надо по лампочкам, по оранжевым лампочкам. И рыбы тут какие-то страшные. Но они хотя бы не кусаются вроде. Потому что невкусно. А ты видел квест, что она нам говорит? Узнайте, кто запас еду в пещере. Так, я нашел кого-то. Ага. Так, все всплывает. Но он какой-то неразговорчивый. Так, а что здесь? Здесь тупик. Все. Здесь можно подышать. Так, все, я готов дальше плыть. Поплыли, а куда плыть? Опять по лампочкам опять. Так, кто-то тут сидит. Лежит. В форме вот этой антибактериальной своей. Антибактериальной? Ага. Ну, зато не заболеет. Так. Уже прям звук такой глухой, прям на уши давит давление. Какой-то форест уже, слушай, какие-то пещеры изведаю. Ты нашел, где подышать? Нет, это у меня что-то с дыхалкой там. Нет, пока еще. Ну, тут кучу людей нашел, плавающих. Сейчас я скоро задохнусь. Так, вот, нашел, всплывай. Фух. Что меня лагануло так сильно. Ну, я бы хоть сказали, я бы хоть шапочку взял с собой с очками. Плавательная? Ну. Так, все аккуратненько, детей не провоцируем. Потому что они кричат. А, они что-то не кричат уже. Они привлекают этих прыгунов, бегунов. Ну, с тобой прыгуны. Нет. Так, встают. О, встают. Привет, обаяшки. Где ваши дети? Так, походу нам снова нырять, слушай. По-моему, назад поплывем, если мы нырнем. Нет? Не-не-не, все правильно, нам туда. Да-да, здесь есть пещерка. Все, давай, тренируй руки свои. 200 метров за сколько проплываешь? Так, кто их засекал. Главное хотя бы доплыть, да? Так, еще вон мой труп, надеюсь, шевелиться не будет. Так, смотри, здесь есть вниз. Да, нам сюда и надо. А наверх почему-то? А, все, закончил. Может, там подышать можно было, нет? Может быть. Лампочка наверх ушла. Я если сейчас буду возвращаться, то я это уже больше воздуха потеряю. Так. Буль-буль-буль. Походу где-то здесь можно будет дыхнуть. Жалко, что это не пиво, да? Я бы дельфином был красивым. Если ты выпил столько пива, ты бы просто опысался. Если б море было водкой, был бы я подводной лодкой. Слушай, где подышать-то? Слушай, а зря мы не повернули подышать. Вот здесь можно подышать, вот тут. Мне чувак. Не нравятся крики здесь. Мне здесь не нравятся крики совершенно. Ладно, мы доплыли уже до точки. И, по-моему, здесь их будет очень много. Так, здесь ты меня спихнул. По-моему. Аккуратненько. Озираемся по сторонам. Фонарик не будем блатной включать? Ну, держи его наготове, что называется.
Мне тогда видно нифига не будет. Мне давай, страшно. У тебя будет такой фонарик, а я буду идти перед тобой светить просто. Так, ну давай. Ну, в принципе, если что, ты быстро его включишь. Тихо, живой, живой. Ну, кто-то стрелу вонзил в печень. Окей, я слушаю. There, in there, that's my child. Don't let him die of hunger. Don't let. Да, он умер уже. Я его сам убивал лично. Ну и как ты будешь теперь этому мертвецу в глаза смотреть? Он превратится, думаешь? Подлечи, кстати, у тебя. Стальной болт. Почему-то он не естся. Стальной болт мы ложили на него. На его сына, судя по всему. Потому что убили практически одного, убили, одного не спасли. Стальной болт. А он не берется. Он взялся. Так, ну что, походу, нам прямиком сюда. Так, а здесь, смотри, какой-то этот взлом нормальный. Так, эти ребята полезли. Слушай, квест выполнен, нет? Выполнен. Да. Ой. Слушай, а это что, агрессивные, не агрессивные? Вот кто такие? Who are you? Блин, лучше бы мы нам сразу сказали, что здесь можно залезть, да и все, да? Я тебя жду здесь два парня. Через зазин, что-то. Да-да-да-да-да, кстати говоря. Ой, ё-моё. Чё-то они нам хотят сказать. Ты где там? А ты где? Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Пойдём побазарим здесь, сайт-квест какой-то. Сейчас. Да вот он я. Да сейчас-сейчас-сейчас, залезть надо теперь. Залез. Ниндзя-ниндзя-сёрфер. Boys hunting something? Yeah, a goddamn monster that's been stealing our food. I shot it, but it ran and hid in this cave. Did you not see it in there? Probably for the best, since it was wounded and all. Будем мстить? Да как бы непонятно. Ладно, не убиваются они. Мстя не удалась. Мстя моя была бы ужасна. О, красиво падать. Мешочки. Так, ну давай смотри, что у нас тут ближайшее. Давай. Че, свет народу или сердце тьмы? Давай свет народу все-таки. Тогда у нас убежищ будет много. Трудно, кстати. А где он? И очень трудно. Зашибись. А где свет народу-то? Так, ну, судя по карте, это о, где? О, это в жопе мира вообще. Далеко. Давай тогда давай сердце тьмы. Где это? Это еще, наверное, дальше. Это поближе. Тогда, может, вернемся к Джасиру, возьмем машину. Это вот в центре, где синяя тачка. Ну почему? Тут рядышком, в принципе. Тут мимо грибочка. А есть быстрое перемещение, как думаешь? Не знаю. А как его использовать? Не знаю, может, здесь возможно. Свет народу. Вот сюда, наверное, куда-то. Тетя, привет! Тетя Моня. Не надо было ее бросать изначально. Тут тачка горит. Алкоголь. Обыскивай ее сам, я не буду ее обыскивать. Могу поджечь. Да тут ничего, наверное, и нету уже. Блин, надо найти место, где призвать тачку. Ой, я горю, я горю! Блин. Заглянул морда прям. Бля, тут с кем поговорить можно будет. Давай, где? То ли наверху, то ли внизу. Не, это такой небольшой сайт-квестик. Ну да. Наверное, наверху. Помогаешь там кому-нибудь спастись или что-нибудь еще. Оружие сломано у меня, вот зашибись. Вот, видишь, вот этих надо убить. Не дать им уйти, не дать им уйти обоим. Убивай, убивай, убивай. Так, есть. Куда да, пошел? Ну-ка лежать. Он меня всадил пару пуль. Да я видел. Так, обыскать. Спаси меня быстрее, лучше. А что с тобой случилось-то? Он меня в это запалил. Ты ж вроде его забил, нет? Или он убежал? Ну, успел пальнуть мне куда-то там в область паха. Военная винтовка. Не берется, что там берется. Не, главное пулю с ней взять, остальное все фигня. Так. Берись, берись, берись. И больше не дерись. Инвентарь заполнен, все, зашибись. Нам сюда, по правую сторону. Сумка. Крестоносец. Тут пусто, здесь пусто. Нет, там есть канистра. И болты в бензобаке, ой, в капоте. Слушай, это красиво, уютно здесь, да? Море, бриз, да, такой? Такое ощущение, что Ведьмака играешь. Что-то я как-то медленно бегать стал. А ты в крабика играешь. Ты на карачках сейчас ползала, я видел. Как? Вдалеке. Не можешь такого быть. Не забудь подлечиться, если что. Так, плюю, но аккуратно. Так, обыскать. Плюю. Можно обмазаться и пойти его побить. Со спины. Все, уже готов.
Плевун. Так, мы, видимо, идем в тот городок на причале, вот тот дом, видишь, нам до него еще идти. Ну, ты же хотел погуляться пешком, говоришь, ноги надо качать, тренировать, бегать, ну, плавать. Я просто в серии ходила, сейчас я понимаю, что тачка это хорошо. Бежим. А может поплыть надо было? На машине. Да не, мы уже прибежали. Какое-то новое место на карте обозначено. Какое новое место? Неизученное место. Какая-то пещера, что ли, или что? Алкоголь, алкоголь. Это что за песня тогда? Что-то... А я подобрал алкоголь, чувака. А-а-а. Я думал, это что-то последнее из Киркорова. Смотри, машину что-то сбросил. Здесь очень много военных. Самолетик. Я побежал мимо них. Ты не хочешь с ними толкаться? Ты хочешь? Я их просто подожгу. Горите, горите, ясно, военные вояки. Блин, а мне придется через забор. Ты взял все поджег там. Всю картину, всю картору спалил, да? В прямом смысле. Сигаретки. Ладно. Это тоже ты поджег машины, что ли? Да, здесь все я поджег. Да ты вообще это негодяй. Маньяк. Так, я их оббегаю. Мне они нафиг не нужны. На них время тратить. Я их в свое время мочил очень много. Уже подташнивает. Ты куда лезешь? Ты че? Совсем страх потеряли. Так, я на вышке. Умри. А что там дают на вышке? Ну, посмотрю. Блин, я вот ты быстро бегаешь. Можешь не идти. Я быстро бегаю, высоко прыгаю. И быстро умираю. Обмазаться? Все мои полезные качества. Блин, он не дал мне обмазаться. Иди отсюда. Ё-моё. Обмазаться не дали, а? Вот жалко им. Дерьмеца немножко на лицо намазать. Так, 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 прыгуны аккуратно. Мы уже второй день с тобой ходим, и как-то день не заканчивается. Просто мы быстро ходим. Слушай, здесь куча прыгунов вообще просто. Ну, не прыгунов, вот этих быстрых пареньков. Блин, что такие быстрые, а? Умри! Тихо, спокойно. Забавно выглядит со стороны, да? Так, вот здесь какой-то интересный... Так, надо отремонтироваться. Далеко, наверное, да, на него? Кстати, здесь груз есть, пойдем возьмем быстрее. Синий маркер на мини-карте. Давай. Но там могут быть эти пареньки с автоматов. Да, они уже там. Автомат ну, в руки. Ясно, что они там. Автомат в руки. Я их поджег. Да ты иди отсюда. Слушай, так, как полечиться. Можно? Человек, когда так горит, ему вообще... Бляха-муха, я в огонь встал. Ему вообще совершенно не для того, чтобы бросать тебя что-то. Все чистенько. Так. Груз наш. А что-то тут пусто. А вот есть, возможно, второй ящик, который закрытый. Ага. О, что-то оранжевенькое. Нет, какие-то. Набор помощи. Че, надо продавать надо. Что-то я взять не могу. А это ты чуть отойди. Чуть отойди. Тогда возьмется. Так. Я взял. Ну что, непосредственно где-то здесь уже гнездо. Я, по-моему, уже где-то вот его вижу. Это у тебя орут или у меня это чудо? Я, честно говоря, не могу понять. Ну да, где-то мы смотрим на гнездо, где-то может здесь, по идее. Оно где-то в море. Вон, в море дырка, смотрю, туда, наверное, нырять надо. Метеорит туда упал, может. Опять нырять в дырку. Сколько можно? Ё-моё. А я его обыщу. Кстати, помнишь, ты спрашивал в прошлой серии, позапрошлой, будут ли это смываться водой наша защита? Она смывается, да. Вот видишь, какой уровень реализма. Так, инвентарь. Сейчас я починю свою карамультуку. Ты имею в виду, что они это не до конца всегда чинятся. То есть у них запас большой. Это прямо больше нельзя починить. Да-да-да. Вот так вот. Так, слушай, реально куда-то нырять надо. Что-то сегодня какой-то нырятельный день. Так, ну ладно, бегаем с горящей мачете.
Это какая-то марианская впадина, что ли? Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Подлечися потом. Подлечися. Вода меня вылечит. Так, ну что, я нашел куда-то путь. Непонятно. Так, какие-то странные движения руками совершаю, когда погружаюсь. Так, вроде вошли мы в гнездо. Я вошел. Так, не видно ни хрена. Да, я что-то, по-моему, даже фонарик забыл включить, когда... Это гнездо еще, блин. А, нет, у меня включен фонарик. Надо умудриться найти. Кому он вообще мешал-то? Хорошо, что есть квест у нас сюда. Так бы не нашли. Я так, ну что-то нашел, где воду это, да дышать? Нет, в том-то и проблема, что нет. Ну их там до хрена просто. До хрена-то это ладно. Я застрял. Плыви ближе к этим, к воздуху. Это, к камням наверх, там есть возможность вдохнуть. Так. Вообще ничего не вижу. Давай, плыви бывает, вверх. Бывает, что ничего не видишь, а бывает, что вообще ничего не видишь. Чё-то я сейчас, походу, задохнусь. А ты ко мне плыви наверх, там есть возможность вздохнуть. Ух ты, ё-моё, я думал уже все, это нам думал мандец. Все, я приплыл. Так, вот. Они в воду прыгают, нет? Слушай, он плюется, скотина, прыгинь. Это будет сложно, ты рядом, нет? Я вылез. Меси, меси их. Так, надо просто обмазаться. Ты просто до хрена. Так, обмазался. Полечился. Меня хавают. Я свечу фонарем. Я выстрелил. Так, давай, обмазывайся, пока еще не поздно. Ну, страшно, вообще ужасно. Что это было сейчас за пердеж такой? Не знаю, я что-то обмазался, у меня слетела моя защита. Ну вот я опять обмазался. Он плюется в нас. Меня убили. Можешь поднять меня? Я тебя не вижу. Сзади тебе. Вот. На марке, смотри на мини-карте. Так, есть. Так, я обмазался вроде. Они плюются откуда-то. Издалека. Вон он стоит издалека. Горбатый один. Сейчас я его обойду. Ты имей в виду, что здесь справа еще куча. Так, вот они. Так, мы обмазаны, нам не страшно. Так, гнездо я завалил, аккуратно. Все, тихо. Так, гнездо мы вместе сумму, завалили. Сумму, что делать? Так, давай обмазаться. Еще обмажемся. Хорошо. Вон там, где мы будем пустить, там точно обмажемся, хорошо. Вон там точно есть гнездо, видишь, наверху, вон, где мы были. Вон еще одно гнездо. Как минимум два гнезда я вижу впереди. Пойдем здесь за мной, мы как раз обойдем. Пойдем. Бля, я нырнул. Это я плохо. Нырнул. Это надо тебе опять обмазаться. Я понимаю. Так, гнездо, привет. Убивай. Сильный удар. Оба! Тихо, я не обмажусь, он сюда идет. Обмажься, блядь. Обмажься. Не обмазывается. Почему не могу обмазаться? Не знаю, он меня обмазывано бьет. Блин. Тихо. Все хорошо. Мы обмазаны. Они идут справа. Они нас не видят или видят? Да по идее нет. Я еще раз обмазался на всякий случай. Слушай, они просто хп снимают, просто за раз. Да, и больно бьют. Так, идем дальше. Слушай, мы такие-то всех повырежем тут, и будет потом скучно нам слушай, играть. Нам не получится туда пройти, не измазавшись. Хотя нет, может получиться. Блин, что-то я не люблю, я напряженная миссия, я прямо туда... прям весь напрягаюсь. Все, здесь все. Черт! Где? Иди отсюда! Куда попал вообще? Ты вообще как туда попал? Не знаю, прошел как-то. А тут, блин, так это... грустно. Блин, меня съели.
Ты бы хоть сказал, что куда-то пошел. Аккуратнее, аккуратнее. Тут главное, гнезда ты... нету, они из-под земли лезут и лезут. Где ты? Вот я прям под тобой. Ты предупреждаешь своих действиях, а то я тут там. Ну я вроде, ты говоришь, пойдем за мной, я пошел за тобой. Я туда вообще-то, я сюда вообще не собирался идти. Блин, опять вылез, а? Тихо. Здесь внизу-то хоть есть, нет? Чё, да нету что-то, нифига тут. Вообще понять ничего не могу. Проснулся еще один где-то. Вылез. Они вылазят? Из дырок? Ёлки, я сдох. Да как я сдох? Тоже. Тут главное гнезда нету, а сюда нас почему-то это суют прям. Да, все. Ладошку поднял. Они из дырки отсюда лезут и лезут. А гнезда нету здесь. Ну надо просто тупо ходить по гнездам, но всех все равно не убьем. Ну да, они тут резаются бесконечно. Когда вы заряженный прыгун прыгает на вас, можете сбросить его, ударив по тормоза. И что, надо заново все внизу защищать? Что-то вообще не хочется это делать. Взлом нет, взлом не хочется. Так, и что, а что, где мы очутились-то? Пойдем уж туда, уж лучше до Али дойдем. Пойдем уж лучше до машины тогда. Нет, до Али-то близко, а там как раз зона, и там возьмем машину. Понял, где куда имею в виду? Народ стоит с Али? Да. Уж, да я бы не сказал, что тут быстро, близко. Это быстрее, чем идти до той машины, которая старая машина. Намного. А как раз над гнездом тем. Видишь, они на мини-карте отображаются. Ля-ля-ля. Я, короче, тупо бегу к маркеру. Я пойду по пляжу. Давай. Меня морской бриз успокаивает, называется. Ля-ля-ля. Так, надо оружие нормальное взять. Вот лучше к себе сейчас плыву. Ля-ля-ля. Сейчас, Али, поговорим, свет сдадим. А ты, кстати, этот штуковину не потерял? Какую? Ну, которую ты подобрал. В кармане нам лежит, в джинсах. Ну, хорошо. Блин, как я долго плыву, а? Можно с кем-то поговорить. Ты пока там зачистишься, я пока иду. Да я еще бегу, и тут еще бежать да и бежать. Все равно близко. В конце и края, по-моему, нету. К столбику. Так, что-то нашел этих, нет? Так, я надоснал столбик. Опа. Я как раз по твоим следам бегу. Так, ну ты что делаешь-то? Там, по-моему, кого-то месяц. Ну ладно, не наша проблема. Какой-то завод, зернохранилище тут или нефтебаза. Да, элеватор какой-то, ну. Ух ты, ё-моё! Сколько их тут? Да я тут заглянул в домик, там такая тусня. Это, по-моему, из основной игры локация, нет? Что-то, по-моему, по каким-то таким вещам бегал. Слушай, а что за красный значок на карте? Неизученное место, урод. Пойдем посмотрим, что за урод. Видишь, на мини-карте красный череп? Я думаю, не стоит в домик заходить. Там как-то так печально. Ну, там урод. Я хочу посмотреть, что за урод. О, урод. Порой в пригороде можно встретить уродов, зомби, мутации которых вызваны армейским химическим оружием. Ну, в принципе, все понятно. Говорит, если у вас нет талантов, то у нас есть таланты, как ты думаешь? Выдающиеся просто. Ну что, не пойдем к нему, что ли? Пойдем уже, ну что, раз ты хочешь к уроду. Как я тебя могу лишить такой радости? Я сначала его найти. Слушай, здесь очень большое количество этих с пропаном бочек. А их можно скидывать вниз? По идее, да, можно. Их можно брать. Давай кидаться тогда. Где он там? Он снизу стоит. Он большой. Я что-то его не вижу. По-моему, он меня заметил. Где он? Под нами прям. А он прыгать умеет? Я не знаю, что здесь как. Какое-то состязание еще. Ой, бля, он вообще здоровый. Он что-то шмаляет.
Шмаляет, нет? Да нет, вроде. Слушай, а каким образом я внизу отказался? Можно вопрос? Не знаю. Давай, я думаю, тебе лучше наверх залезть. Почему-то мне так кажется. Ёпрос это. Ты живой? Да нет. Причем даже восстановить меня нельзя. Ну, тебя как-то так жестко. О, я тоже, короче, сдох. Под баллоном. Я взял баллон в руки, обнял так его, и он в меня чем-то кинул, и я сдох. Ну, сюда, короче, только по тактике идти. Да туда лучше вообще не ходить. Не, ну все равно надо его заботить. Ну ты посмотрел на урода? Посмотрел. Посмотрел. Вон опять элеватор этот, опять нам в ту сторону. Что теперь с этим делать? Теперь хочется этого урода заманить. Не, ну мы к нему вернемся обязательно. Осталось найти, что взять. Слушай, с собой. Слушай, а может его, если отсюда помочить, смотри, он сюда явно не пройдет. Вот он, смотри, он здесь. Он пуляет, да, по-моему? Он кидается. Чем-то тут зато с соседнего элеватора. Да, он кидается, причем с взрывными вещами какими-то. Бля, сюда бегут, по-моему. И привлекает, да. Ты можешь вылезти, нет? Коротко, коротко. Ой. Ой. Слушай, пойдем лучше до темноты добежим до точки, а то реально он будет надолго. Пойдем. Вот сейчас темнота начнется, сейчас вообще агрессия конкретно со всех сторон. И как сюда вылезти-то? Через столбик. На столбик. Потом со столбика туда дальше. Все, оба, я оба. Так, слушай, нам надо лучше по бережку. Ты решил поплавать? Не, я пешком. Просто я что-то... Это, понимаю, что ребята это здесь настроено серьезно. Может, давай поплаваем все-таки? Не всех взять можно. Да не, быстрее. Ты плавки одел? Поверь мне, пробежать будет быстрее. Блин, что-то они как-то это... Смотри, ну и очередь смоляет. Что такое душное-то, господи. Я говорю к тому, что... Блин, меня током бьют. На этом уровне сложности просто так нахрапом не всех возьмешь. Пришел, увидел, победил. То есть нужно все равно. Я хотел обмазаться, он утонул. Ну да, ты думал. Ну я просто нужно это, к каждому такому посещению готовиться прям заранее. Под одеяло с собой брать фонарик на ночь обязательно. Придем сейчас всех нагнем. А тут пока только нас нагинают. Вышка. Без вазелина нагинают. Так, а эта вышка, если мы ее оккупируем, мы потом будем на ней возрождаться или как? Да вряд ли, наверное. Почему тогда они тут стоят вообще? Ну там типа, наверное, самый хороший лут. Так, о, здесь взламывать даже не надо. Просто сундучок. В нем лежит бечевка. И все. Тут можно с кем-то побазарить. На заправке. Ты уже добрался? Да. Блин, я увидел этого красного. Он сейчас побежит за мной. Давай беги в мою сторону. Он бежит за мной. Он беги, быстро бежит за мной. Нет, не бежит. Так, с кем-то можно здесь поболтать, но непонятно с кем. Если никого нету. Это странно, нет? Ну, он где-то тоже спрятался, наверное, там где-нибудь. Не, наверное, внутри просто в углу. В подвале стоит. Где-нибудь, да. Так, внутри. Вот, а, да, вход есть. Вход? Пошел? Зачистить зону написано. Давай зачистим, не проблема. А вон один есть. Взломать. Сейчас я его чпокну. Не хочу я взламывать ничего. Попробуй сейчас зайти. Вообще дверь не активна. А сейчас? Не. Да вроде зона-то зачищена. До этого хоть что-то писали, а теперь даже ничего не пишут. Что ты делаешь, ты? Опять прилег. Ты их приманил. Я их приманил, да. Так. Так, ну вроде все. Ну а как бы другому зону зачистить, если не убивать зомбаков? Вот они. Пошел. Они сквозь забор меня бьют. А я их не могу сквозь забор. Ну чё, сейчас попробую зайти.
тут зачищать зону, может, до усрачки? Не. Нет? А, она в принципе не активна. Ну да, она была активна, а потом перестала. Может, ночью не работает эта штука. Ну ладно, хрен с ней, пойдем тогда домой до зоны. Слушай, все, ночь наступила. Это очень опасно. Че, выходишь, нет? Да, да. Побежали? Да-да-да. Бойся этих ходячих мертвецов. Боюсь. Да, все. Проснулись животные. Боюсь, боюсь. На. Красиво. Эффектно. Стильно, модно. Модно. Мы где-то надо, мы где-то на подходе уже. Что-то пикает. Ну все, ночью. Замечена охранная вышка. Зашибись. Фонарик-то выключай. Че ты палишь? Да я же вижу куда, я же перед большими-то не палюсь. Главное больших обходить на мини-карте, со мной все фигня. Бежишь. Левее, правее, лучше правее, правее. Лучше сзади его обойти. За нами там еще один кент бежит. Угу. Хорошо вот. Бежит, кстати. Видимо, занимался при жизни. Видимо. Сейчас он меня догонит. Левее, 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 левее. Он сейчас меня догонит. Ай-яй-яй-яй. Беги, 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 беги. Ой. Что, спалился? Нет. Он прям за спиной просто. Смотри, аккуратно, спокойно. Левее, 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 бери, да. Что, здесь прям поле, вообще, как минное поле. Сапер ошибается единожды. Слушай, сколько нам еще бежать-то, блин? Вроде близко же было. Правее, правее, правее. Не было оно близкое, я хочу сказать. Не было, да? Не было. Мне казалось, что было. Может, я просто не туда посмотрел? Так, вышка. Я на вышку. Я посижу на вышке хоть чуть-чуть. Формы. Слушай. Так, давай. Посмотрим. Ой, блин, он меня заметил. Слушай, мы совсем рядом. Это пипец. Ё-моё. Где там? Я где-то прыгаю, каким-то скалом уже. Так. Вышка. Блять, подстава. Ой, у меня зачем. Подожди меня, подожди меня. Чувак, устал. Я тут наверху не знаю, как спрыгнуть. Да падай просто вниз, я падал, потом бинтовался. Не, так ты меня спасешь, что ли, че? Давай недалеко не убегай. Насчет спасешь, это, конечно, ты загнул. Все, все, отпустился. Эй, блядь, я запалился. Ничего, нормально. Нет, все, вовремя убежал. Че, мы пришли куда надо, нет? Ну, куда-то пришли, да, уже не горит новый. Только надо все зачистить теперь. Нет, это же... Че, реально, ты шутишь? Че сегодня за отстой за кругом? Блин, что-то зачистить? Что-то надо сделать, слушай. Они какие-то недовольные жизнью. Так, ну хотя бы красных нету, и то уже радует. Ну давай зачищать, что делать. Ты уверен, что надо зачищать? Мне кажется, надо просто найти его. Откройте груз раньше всех. Слушай, я нашел его. Да что такое, блин? Смотри, а почему они к нему не подходят? Али-то я нашел, пойдем к нему. Где? Вот он. Видишь, чувак в маске стоит страшный. А, он, наверное, их отпугивает как-то. Ну, он же молится. Да. Давай к нему. Видишь, не подходят. Да, они не подходят. Че, пошли к Али тогда? Пошли. Можешь подойти, нет? Пошли. What's going on here? Well, if it isn't Kyle Crane, great to see you. And this? This is the mother's blessing. He's one of the faceless. Ask him something. Don't you dare disturb him. His prayers are what's protecting us, don't you understand? Okay, okay, I won't bother him, but... I do have something for you. Bilal sends his best. That bastard. So that's it? You're gonna get the power running? Need anything else? Actually, yes. Since you offered, when this ancient piece of shit broke down, the main transfer switch must have thrown. It'll need resetting. Where is it? Inside the dam. And I'm pretty much done here, so... Well, the faster you get to it, the better. Так, понятно. Все очень плохо, да? Я правильно понял? Ага. Теперь опять надо назад нам. Ну.
Так, и ты решил главное, так? Главное ночных бояться, да. Кардинально? Ну, а что делать? Мне сейчас не возвращаться же. Вон ночной лишь стоит там. До точки. Вот здесь есть зона слева. Он убежал. Слушай, может пойдем зону зачистим? Или она пока зад... Видишь, на карте она прям рядом. Вот она. Ну, пойдем. И под... А потом днем пойдем тусоваться. Правильно? Угу. Так, как туда пройти-то? Наверх залазил сюда. Ой. 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 Это спокойно, не паникуем. Здесь здоровяки, имею в виду. Свет, 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 включай, выключай свет. Так, а что на мини-карте? У меня нету света. У тебя нету света, в принципе? Я выключу. Тебе идет здоровяк. Так. Так, это куда нам пойдем идти? Пойдем по вот этим штукам вот сюда вот. Их обойдем как раз. Ой. Плюются? Кто да, плюется? Меня, по-моему, заплевали. Да, меня блин, заплевали. Я к тебе даже подойти не могу. Меня жестко заплевали. Надо было, короче, быстро бежать. Фух, чё, спасибо. Подожди, 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 спокойно, спокойно, спокойно. Это ты меня поднял, да? Да, да, ну а кто еще? Ну, я думаю, я сам встал. Геракл. Побежали, короче, понизу, что делать. Ё-моё, вот это я сделал. Красиво. Бляха от сандаликов. Бляха от сандаликов. Они, черт подери, очень быстро бегают. Ничего страшного. Я буду отбиваться. Блядь, я не понимаю, где я вообще. Я вообще не понимаю, где я. Блядь. Я на крыше. Ты где? Я под крышей. Да что ты меня так запилил? Пипец. Ты запилили, да? Ага. Да так и неожиданно прям. Блин, ну я не знаю, что с ним делать. Так, они потеряли сколько секунд? У меня 21 секунда еще. Ну все, пиздец. Ты разбился? Ну, попытался тебя поднять. Ты как? Ну, я 8 секунд осталось. Все, я возрождаюсь, короче. Фейл, фейл, фейл. Вымер ты, блин. Мы сегодня с тобой умираем просто с периодичностью. Да несколько секунд буквально. Пошел. Не, по ночам надо дома сидеть. Ну, до этого дома надо еще добежать. Так, это где? Где мы сейчас? На той же вышке, да? Ну да, зона рядом. Ну, как будто на разных, нет? Пойдем на ней. Да мы рядом. Пойдем только их обходить. Обходим. Тихо, тихо, потихонечку, не торопясь. Иди на мой свет. Бегу. Между ними хочешь протиснуться? Да, блин, хотелось бы, конечно. Хрена не видно. На крышу попытайся залезть, как я. Залез. Все, давай сюда, все быстрее. Так, нам тут нужно одну точку только активировать, и будет нам счастье, будет безопасная зона. Но чтобы ее активировать, нужно каким-то образом попасть внутрь. Сейчас, подожди, нет, не торопись. Во, я нашел. Что нашел? Ход? Да. Вот. Красавчик, нашел. Красавчик вообще. Вообще красавчик. Стараюсь. Так, тут какая-то это знак какой-то. Пиктограмма. Так, смотри, здесь внутри они есть. Если мы сейчас начнем бурагозить, нам главное найти точку. Но они вроде не сильно толстые. Не, главное, чтобы те, они сейчас на шум-то прибегут. А мы будем их тихо убивать. Так, где точка, которую нужно активировать? Ну, где-то тут, видимо. Тихо, здоровяки активировались. Аккуратно. На улице. Не, оно, видишь, оно где-то вниз, надо на первом этаже что-то заблокировать, я не пойму. Можно что. Измазаться, я измазался, короче. Тихо, сейчас найдем. Нам еще ниже нужно, нам в подвал нужно, понял? Сюда? Вот и нашел. Еще ниже. Все, нашел точку. Все, активирую. Сейчас они, по идее, должны все разбежаться. Где ты нашел? Я не вижу. О, здесь подводно. Тут радио есть. Кстати, мы сюда можем, по идее, машину вызвать. Ну, я короче говорю, мы поэтому сюда с тобой шли. Так, что, зона уже активировалась? Да. А, не знаю. Вроде как, да, беленький домик стал. Фиолетовый свет есть на улице? Ты предлагаешь на улицу выйти? Я не хочу.
У меня просто морда обмазанная, я как-то это... Слабо различаю цвета теперь. Да, все, зона активна теперь. Ну все, теперь можно тупо переночевать. Ночуем мы на втором этаже. Куча муки. Ты решил попеть, что ли? Ага, пирожки сделать. С котятами? Что-то не ложится спать, слушай. Потому что ложиться спать нужно на мешке. Так, веранда. Закрывай. Слушай, что-то реально не ложится спать. Сколько времени вообще? А, так уже 6.13 утра. Все, уже ночь закончилась. Ну, нам же дали награду на ночной выживший. Да-да-да. Ну, все, а как отсюда выйти-то, ядренка лоту? Ну вот, можно через балкон выйти. Так, фонарик включаем. Электричества тоже, видишь, нету здесь. Мы не можем вызвать сюда машину. Ну, это потому, что у нас задание же есть. Вот так вот. Наша главная цель сейчас это задание выполнить. Так, пошли тогда что по заданию? Войти внутрь плотины. Нам в плотину надо идти. Да. Зашибись. Будем как бобры. Так, а тачку там можно было, да, вызвать? Нет, электричества нет. Ну чтоб тебе. Да, а, по крайней мере, все ночные твари ушли, потому что самая жопа здесь ночные твари, все остальные это более-менее решаемые. Да я заметил, что они такие нехорошие. Никакого там позитива не несут совсем. Какие-то неприятные такие вообще не люди, ребята. Когда гнездо защищаем, как-то оно веселее получается. А когда просто так на улице тебя достают со всеми. Ну потому что там у тебя вокруг стены, а так тебя со всех сторон дубасит. Че, ты готов войти в плотину? Там-то тоже, видимо, судя по всему, будет. Да можно обмазаться, да и пойти что. Мне понравился этот позитивный момент обмазывания. Симулятор обмазывания дерьмом. Да, тебя не видят же. Ходишь, да и все. Ты особо не торопись, а то опять согремся. Ничего страшного, я обмазан. И когда обмазан, у меня сразу такой прям просыпается. Прирост храбрости, да, 80 уровня. Так. Что-то походу нас сейчас запрут опять. Вот. Да ёб красоты. Надо было на том потренироваться все-таки, да? Не, надо попроще все равно. Ух, надо убегать. Так, ну что, один отвлекает, другой вставляет. Вставляет чем? Не знаю чем. Я что-то включаю, правда, здесь? Какой-то выключатель я включил. Я его побил чем-то. Уже? Да. Я подошел его и... Так. Так, теперь я не подойду к нему, слушай. Ты теперь его поджег. Пускай погорит маленько. Думаешь? Так, нам вообще его нафиг не нужен, нам вниз вообще. По заданию. Но его, наверное, замочить надо, стоит. Так я на него какую-то бутылкой бросил. Сделаю-ка я еще маленько молотого. Постреляю в него немножко. Взрыв-пакеты, кстати, вот хорошая штука. Почему я их не ставлю? Идет сюда! Отойди! Я там в инвентаре. Он что-то передумал. Передумал кидаться. Какой агрессивный молодой человек. Там еще дырка сзади, туда бы не упасть. Не хотелось бы, точнее. Нам туда в принципе надо. Может, он не убивается, слушай, а? Да не, по идее должен. Так, мы с ним поменялись углами. Бросай его в пакет аккуратно. Блин, не то бросил. Я думал, взрыв пакет, а взрыв пакет просто тупо привлекает внимание. Так, побежал. Здесь наверх можно запасться, если что, я имею в виду. Что там делать-то? Ну, по крайней мере, он не ударит тебя. Че, урон ты ему наносишь какой, нет? Да я не знаю, но у него сетки-то нету, а то наносится урон он или нет. Ну стреляю в него, стараюсь в голову. Там уж как получается. Смотри, в воздухе зависла каменюка. Ой, ё-моё. Слушай, давай-ка так, ты там, если хочешь, подрочи его маленько, я пока сделаю молотого. Да
Давай, делай. Столько так, всего. Ну вроде кровью вроде истекает. Это уже радует. Так, что у нас есть какой-нибудь прям такой? Он уже не кидает камнями, он с ними теперь ходит. Как так долго, да? Так, может ему надо в пупок целиться, а не в голову? Думаешь, пупок, да, самое больное место? Ну, у него, по крайней мере, голова в шлю... Ё-моё, он меня одного удара убил, как будто. Нет, не убил. Я встал. Блин, как это все мутно. Все, я у него сбил шапку. Да что ты? Блин, а он меня сбил с ног. Ты живой? Живой. Он что-то не сильно ударил. Давай не это. Бросай огонь. Давай. Он без шапки. Ну, я ему в шапку и бросаю. У меня патроны закончились, все. Дострелялся. На, ёпан. Теперь где-то патроны найти. Че, он хоть горит, нет? Горит. Давай. Так, камень взял, уронил, он, короче, уже ослаб, походу. Я потихонечку ему выпускаю. Я ему хотя бы шапку снял. Уже радует. По-моему, он где-то уже на конце. Попробую я его ударить. Наверное, подойдешь к нему, блин. Да черт, подошел. Где он? Отходи, отходи сразу, больше одного удара не надо. Да я хотел размашиться. Блядь, это кто? Иди туда, откуда взялись. А кто взялся, я не вижу. Маленькие. Дети? Ну не дети, но неприятные. Да ты чё делаешь-то? Как он по мне попасть мог? Чё-то я ему попал больно. Он умер. Вот это ты красавчик. Всё. Ух ты, ёкарный бабай, какой он был муторный. Так, обмазаться можно. Теперь ты можешь просто не просто обмазаться, можешь просто в плану залезть и вылезть, как ты обмазанный прямиком. Так, имей в виду, здесь до хрена. Снизу? Ну да, нам туда и надо, самое интересное. Так, оружия-то у нас нету. Так, плевальщик надо убить сразу. Блин, оружия-то нету, что-то нормального как-то. Хорошо, маленькая делика. Давай-ка я еще коктейль молотого понаделаю. Так. Блин, меня так бесит, что он... А, он не по одной делает, он по два или по три делает, да? И все равно. Так. Тактика обмазывания-то работает. Че, не видит он тебя? Плевальщика я убил одного. Так, ты аккуратненько бросай как-то. Я тебя вижу. Так, как ты спустился? Я тросиком. А что-то я не вижу его. Вернее, вижу, но не зацепиться не могу. Все, тихо. Ой, блин, слетела обмывка. Меня подмыли. Подмыли тебя, да? Ага. Ну, если сам не подмываешь, всегда найдешь, сколько подмоет. Злые дядьки. Блин, они это, обмывают, что ли, я не пойму, как-то. Ты хочешь сказать, это не прыгуны, это подмывальщики? Да, это подмывальщики какие-то, слушай. Блин, он бьет, больно. Откуда? Я не пойму, откуда. Он нужен наверх. Вот это муть. Так, может нам вот сюда, в эту дырку? Не, нам, по-моему, воду куда-то вот сюда. А, все, вижу. Залази на второй этаж. Там есть дверь. Так. Залез? Нет, я застрял. Вот сюда залази с помощью троса. Hello? Hello, hello?
Опять. Блин, у меня слетела мазалка. Двери можно закрыть, нет? Что-то нашел, что нажимать? Нет. Вот, а, нашел, это. Нашел. Используйте. Вернитесь к Али по канализации. Вот так вот. Турбина закрутилась. Я нашел, наверное, канализацию, когда в прошлый раз. Ага, вон там, да? А там открыто? Ну, там снизу можно пройти. Ты уверен? Проплыть. Теперь проплыть. До этого можно было ходить. Слушай, за тобой плыву. А, это я. Я думал, за тобой плывут уже. Ладно, мы их оставили в покое. Так. После воды плохо видно. Какая опасная игра. Вот она направо можно пойти. Тут можно рычаг какой-то открыть. Я прикрываю. Ты крутишь, нет? Давай. Вроде бы, да. Крутит, корячится. Давай. Молодец. Пошли. А с другой стороны уже открыто. Не к добру это. Здесь какой-то дым аккуратно. Вот они, смотри. Скучают. Главное, чтобы нас сейчас по времени не ограничивали, остальное все херня. Да вроде не ограничивают. Все, нашел выход, нашел. Отлично. Ты уверен, что это выход? Да, я уже вышел. А нам в другую сторону почему-то? Не, нам наверх просто надо спиться. Угу. Все, мы на месте. Так, его заперли в доме, сейчас нужно спокойно здесь будет отбиться. Так, предлагаю обмазаться, как следует. Предлагаю рубить направо и налево. Я буду бить трупики, которых ты убил. Я же. Все, всех убил. Ну, ты вообще как. Прям... Я говорю, да сейф уже. Надо всех перебить, я так правильно понимаю? У этой я области. Пока никого не вижу больше. Ну, всех на дамбе, короче, нужно перебить. Чё, тебя больше зомбаков-то не вижу? Блин, то есть, кто зомбаки ищут нас, то мы ищем зомбаков, прям пойми, что происходит. Так, ну здесь вроде чисто. Большая слишком территория, которую нужно зачистить. Тут тоже чисто. Слушай, походу всех их надо убить, что ли? В дамбе, внутри? Ну, по зону-то отображается. Это дебилизм тогда вообще дикий. Ну, походу тут красный один виден на мини-карте. Что, ты кого-нибудь нашел? Нет. А мы сейчас сделаем проще. У меня же есть эти привлекалки. Походу нам вовнутрь надо заходить. Ну, походу мне тоже так кажется, потому что... Сейчас я просто привлекал, она привлекает зомбаков. Давай вот здесь у входа привлекаю, вот здесь. Будем с двух сторон их тогда мочкарить. Вот, я увидел одного. Вот он. Ну он наверняка есть, а по факту нет. Все, последний был. Такой Али. Выглядывает. Yeah, I was almost done. Just need to flip some switches. Well, I'll stay on guard while you're doing it. You ready? Yeah. Let's go. The sooner we're done with this, the better. Да чё он туда-сюда, эту дверь вот аж... Защищайте Али. Зашибись. Мухаммеда? Угу. Говорили боксер. Бля, он сдох всё-таки, зачитал своих молитв. Ну и чё? Где он к вам пошёл-то? Куда-то идёт. Он сейчас опять идёт на дамбу. Ну, походу, да. Я уже подташнил что... этот дамбу. Не, опять чинит. Так, ну чё, если чё, я бросаю привлекалки, они кучкуются, и я бросаю молотого, и мы в шоколаде. Хотя я предлагаю лучше залезть куда-нибудь повыше. Жалко, я все патроны расстрелял, а. Всё, пошла вода горячая. О, бегут. О-о-о. Это по твою душу. А чё, по мою-то сразу? Не знаю, я так решил. Вот, бегут. Есть, по правую сторону. Прям злые какие-то они. О! Короче, я встаю на Али, на голову, и начинаю махать. Это что такое было? Я привлек их внимание, но они...
Как-то хреново привлекаются. Они на... сзади, смотри. Сзади. Так, справа. Электричеством бьет, что ли, не могу понять. Когда уже за него рядом стоишь. Не знаю, да, походу. Да, так и есть. Маленько, но отнимает. Кто меня ударил? Так, ну, что, будем рубить. Давай, ты на правую сторону, я на левую. Давай. Так можно обмазаться как вариант. И бить обмазанным. Что ж ты? Кто плюется, слышь? Тут однозначно плюется. Только непонятно откуда. Пока не видел. Давай, Алюшенька. Это песня поет. Что, все равно откуда пуляются, не могу понять откуда. Да, кто-то плюется. Наверху, может, где они? Да я наверху вроде был, только что никого не было. Еще один заползло. Может, это... Двое заползло, имею в виду. К тебе лезть. Может, и от них? От них воняет, да? Да. Все, меня током. Током фигачит. Поговорите с Али. So, power's back on for good? It's back on for now, but with this old rusty broken ass equipment, I make you no promises. Ну что, про наш век хватит, да? I'll be heading out then. You coming? Nah, больше нам не надо. This place is safe now, right? I'll just hang out here. Observe for a while. Make sure it doesn't all break down the moment my back is turned. Так, ну, отлично. Да, по большому так, счету, короче, между трансформатора лучше не лазить. Убьет. Слушай, вот, теперь здесь есть тачка, я так понимаю. Где-то вот здесь, в зоне. Вот теперь Украина, наша безопасная зона, да? Да, вот ее можно призвать. Призываю. Призвал? Ну, ищи, там где-нибудь есть, нет? Так. Да, вот он где-то приехал. Правую сторону. Вот она. Наша, что, сундучок залезть, наша тачка на прокачку. Че, ее ведь можно улучшить, нет? О, вон, окраска появилась новая. Всякие аксессуары. Болванчик какой-то, амулет пули. Ну, херня, в общем. Только перекрасить можно. Есть желание в какой-нибудь цвет покрасить? Розовый. Розовый? Синий. Синий, красный, заправить. Зеленый. Ух ты, я могу вот заправлять машину. Давай за синюю сделаем. Что-то она как-то не вообще некрасивая стала. Она ржавая была красивее. У тебя дурной вкус, коллега. Ну что, на этой торжественной ноте можно эту серию закончить. Мы в ней очень много страдали, но в итоге к чему-то пришли. И самое главное вывод. Надо все делать по тактике. Просто нахрапом можно очень сильно получить люлей. Особенно с ночными жителями. Надо найти где-нибудь патроны еще. На будущее. Да-да, найти ты их можешь только или в магазине купить, или с убитых противников, поэтому. Ну, теперь у нас есть тачка, мы будем стараться ее беречь и каким-то образом экипировать. Ты можешь что-нибудь с ней сделать, нет? Я могу сесть за руль и завилить бензобак, ну, все. Ну, вот это уже зашибись. А я имею в виду, прокачать ты ее никак не можешь, да? Mm-mm, пока чуть это не херово, раз. Потому что если я не могу прокачаться, то это фигово. Ладно, что, давайте, ну, на этом вариант, будем заканчивать. Дать навыки. Навык вождения ж мне давали какой-то. Так, о, купить этот навык. Что-то купил. Так, подходим. И все. Давай будем на этой серии заканчивать, а в следующей будем разбираться. Ну да, всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. В следующей серии мы продолжим бить зомбаков, исследовать окрестности, ну и, конечно же, целоваться с зомби. Засос. Да. Всем пока. Не забывайте ставить пальчики вверх. Все, пока. Пока.